Глава государства Нурсултан Назарбаев принял сегодня в Акурде председателя Комитета национальной безопасности Нуртая Абыкаева. Руководитель специального органа представил информацию о текущей деятельности КНБ и основных задачах на предстоящий период. Президент в ходе встречи подчеркнул важность принятия всех необходимых мер, направленных на противодействие угрозам международного терроризма и экстремизма, обратив особое внимание на случай выезда и участия граждан страны в боевых действиях на территории Сирии. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.